Всем привет! Я Андрей, это Игорь. Сегодня мы работаем над грудью. 50% от максимума, переходим на жим лежа. Сейчас разминаемся. Не забываем ноги на полной стопе. Спину немного прогибаем. Берем широким. Не держим никогда над шеей. Держим над низом груди. Никаких лишних движений. Движение вниз, вверх, вниз, вверх. Обязательно хорошо разминайтесь, чтобы не было травм. Так, начинаем 40. Обязательно одевайте замки. Первый рабочий вес 60. Натураха. Конечно же, все в натурах, ребята. Не ищите легких путей. Все в натурах. Переходим на первый рабочий подход. Выполним его в трех подходах на 10 раз. Первый. Забываем про технику, ложимся, прогибаем, берем ровно, широким хватом, не забываем правильно дышать, опускаем вдох, поднимаем выдох. Локти идут вдоль туловища, никаких локтей в сторону. Сделали первый рабочий, сейчас сделаем еще два таких подхода и перейдем на следующее упражнение. Так, накидываем пару блинов. Одеваем нормальные двадцатки, не какую-нибудь фигню. Так, это чуть-чуть такой. Вот так вот у нас в зале. Люди делятся на два типа. Вот и вот. Да. Игорь, короче, принес торт, две коровки, холодильник убрала. Ты останешься после съемок, пожрём. Как я могу не съесть пончик? Сколько ты их вчера съел? Вчера какой день был? Вчера был вторник. Все смотрим на пончик. Вот один, вот второй. Не надо есть пончик. Надо. Раз в неделю можно. Можно, нет. Когда теперь не снимается. Я ем пончик. Ем. Каждое воскресенье. Размялись. Мы завершили жим лежа, уже размялись на жиме под наклоном, прорабатываем верх груди. Так, поехали. Поясница в данном упражнении прижата, локти у нас вниз не уходят. Акцентируем все внимание на верхушке. Также не забываем правильное дыхание. Вдох, выдох. Выполняем здесь также три подхода. От 8 до 10 повторений. Сделаем первый подход. Сейчас еще накинем пару блинов. Сделаем еще два рабочих подхода и перейдем на следующее упражнение. Ребята, кто захочет мне помочь? Держит пропуск. Все вместе. Представляете? И завершаем мы нашу тренировку груди обычным сведением. Значит, прижимаемся полностью. Локти также не опускаем. Работаем от 3 до 5 подходов в районе 10-12 повторений. Не спешим, растягиваем. Основная тренировка у нас уже прошла. Наша задача здесь доработать ее, грудь, и завершить тренировку. Хочу пожелать новичкам, кто приходит в тренажерный зал, не спешите большим весам, делайте все правильно, по технике, иначе травмируетесь, и на этом ваша спортивная жизнь закончится.
Консультируйтесь с грамотными тренерами, кто реально жал веса, жмет и будет жать. Всем пока. Пока.